По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов ДТП. Больше всего происшествий со смертельным исходом случается в темное время суток, когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей. Зимний период – особенно опасное время. В связи с этим в школах Одинцовского района автоинспекторы часто проводят акцию «Засветить». Ее цель всегда неизменна. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы напомнить ребятам и рассказать об использовании светоотражающих элементов, как они важны для применения в темное время суток. Во время проведения акции сотрудники госавтоинспекции учили детей правилам дорожного движения в темное время суток, а школьники надели фликеры малышам из детского сада номер 68, который находится рядом с их учебным заведением. Я хочу, чтобы даже маленькие дети вели себя правильно на дороге и делали все правильно. Воспитатели провели с детьми увлекательную игру. Они задавали вопросы, отвечая на которые, ребята должны были поднимать красную или зеленую табличку, как цвета светофора. Например, можно ли переходить дорогу по зебре? Малышам рассказали и о дорожных знаках, и их значении. Красный сигнал светофора. Что вы говорили? Стоять. Стоять. Путь закрыт, да? Желтый знак. Внимание. А зеленый говорит? Можно. Проходить путь открыт. Ребятам показали и сюжет о фликерах. Это такие маленькие значки или наклейки, которые удобно разместить на рюкзаке, верхней одежде и даже обуви. Используя фары ближнего света, водитель может заметить пешехода с 25-30 метров, в то время как фликеры увеличивают это расстояние до 130-140, а с дальним светом и вовсе до 400 метров. Все участники акции получили от автоинспекторов сладкие подарки и фликеры. Дарья Сутягина, Дарья Киреева, Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».